Бразилии, в Рио-де-Жанейро только что открылась ярмарка современного искусства. Почти сотня галерей из 14 стран. Седьмая по объему ВВП экономика мира организовывает соответствующие своему статусу мероприятия и форумы. Хотя страна на протяжении многих лет была плавильным котлом для многообразных тенденций арт-модерн, ярмарка призвана эти традиции упрочить, а тенденции упорядочить. Сегодня страна – один из крупнейших рынков, где продаются и покупаются произведения искусства. Этим нужно уметь воспользоваться. Арт-Рио – не только ярмарка, где можно продать или купить. Это, по мысли организаторов, огромная платформа для обмена идеями, место встреч участников художественного процесса. Это коллоквиумы, которые посвящены не только самому искусству, но и его, к примеру, воспитательным и педагогическим ролям. Людей приводят сюда любопытство, обычный интерес. Потом они уходят, уже зная кое-что об искусстве. Собственно, мы видим нашу цель именно в эстетическом воспитании. Арт-Рио заканчивает свою работу в эти выходные.